На главной площади Степанакерта в эти дни как на автовокзале. Кого-то встречают родные, знакомые. Кто-то на попутке добираться домой. Супруги Мирзоян полтора месяца жили у друзей в Ереване. В гостях хорошо, а дома лучше. И еще не знают, уцелел ли их дом. Посмотрим, в каком состоянии. Ну, снаружи вроде нормально. Хозяин спешит во двор. Волнение сменяется радостью. Разбито все. Это от волны. Но это еще наш первый этаж. Ну, ерунда. Все построится, все будет нормально. Разбиты лишь окна, да взрывной волной заклинила дверь. Яйца сварили, чтобы подзавтракать. И не успели, начали вот по нашей улице бить, так и осталось. Люди старшего поколения поспешили вернуться в свои дома одними из первых. Ну что, все нормально? Так повезло, в Степанакерте далеко не всем. Чтобы убедиться в этом, достаточно проехать по городу. Собака до сих пор охраняет имущество, которого уже фактически нет. Это один из домов Степанакерта. 100% разрушение. Хозяева, возможно, даже еще и не знают, что произошло с их жильем. Дом живой. Объем восстановительных работ всю неделю подсчитывает оценочная комиссия с участием представителей Российского межведомственного гуманитарного центра. Вон машину волной. Да, туда попало. Раз, два, три. Четыре, там еще один есть. Ведь от некоторых домов не осталось даже стен. Смотрим, что произошло. Стараемся зафиксировать то, что есть, в каком состоянии. Разрушения большие, маленькие. После этого начнем анализировать, группировать. И начнем восстановительные работы. И вот она, первая помощь. 5 белых грузовиков одним марш-броском пересекли границы 3 государств. Дорога была тяжелая, туман был, серпантин. Ну, в принципе, все хорошо, без происшествий. Под тентом простые, но столь дефицитные здесь сейчас материалы. Мы сейчас этот груз по назначению на те объекты, которые нуждаются в этих материалах, и работа начинается. Даже в тех домах, которые не пострадали непосредственно от артобстрела, взрывной волной выбиты все окна, такая картина по всему Степанакерту, и поэтому стекло здесь сейчас самый востребованный материал. Местный запас уже на исходе, но вот долгожданный груз из России. Первый, но не последний, как говорят в нашем МЧС. Очередная партия уже готова к отправке в Степанакерт. Сейчас формируется еще одна колонна в городе Тихорец Краснодарского края. Объемом 300 тонн. Это 25 грузовиков, которые также в ближайшее время доставят этот важный груз населению Степанакерта и в целом республике. А пока очередь у городской мэрии выстраивается за обычной пленкой. Ночью температура здесь опускается ниже нуля. Не знаем, с чего начать убрать. С чего? Никак не знаем. Вчера вот здесь тоже полиэтиленом закрыли, чтобы как-то не продувало. В некоторых населенных пунктах Нагорного Карабаха едва ли не на вес золота обычная питьевая вода. Ни капли воды нету. Через 3-4 часа приезжают мои внуки и внучки. Спасибо большое, что привезли воду. В адрес нашего командования поступило обращение от администрации Аскеранского района по вопросу отсутствия чистой питьевой воды. Поэтому мы здесь, мы приехали помогать. Такая помощь хоть и важная, но далеко не единственная задача российских миротворцев. Главное сейчас обеспечить безопасность мирных жителей с обеих сторон. Сегодня в строгом соответствии с трехсторонним заявлением командование миротворческих сил, организованное и при участии российских миротворцев, выполнена задача по выводу армянских вооруженных формирований с территории Агдамского района и ее передачи азербайджанской стороне. Российские миротворцы понимают всю ответственность возложенных на них задач и готовы выполнить их в строгом соответствии с отданными вами и министром обороны указаниями. Рустам Усманович, после выхода армянских подразделений из некоторых районов, в том числе, скажем, из Агдамского, из Лачинского, там все-таки остаются мирные граждане, армяне. Ясно, что наши миротворцы стоят на линии разделения, но я знаю, что у вас добрые отношения и с одной, и с другой сторонами. И с армянской стороной, и с азербайджанской. Люди, которые занимают освобождаемые армянской армией позиции,
Да, конечно, это конфликтующие стороны, но конфликт закончен. Все-таки это цивилизованные люди, и я знаю, что настрой в целом у них доброжелательный, но нужно наладить связь с обеими сторонами, в данном случае и с азербайджанской стороной, с тем, чтобы ситуация в освобождаемых районах была стабильной, такой, которая бы создавала условия для совместного проживания людей обеих национальностей, без всяких конфликтов на бытовой почве. Разумеется, это уже ответственность азербайджанской стороны в полном смысле этого слова. Но я знаю настрой президента Азербайджана. Он как раз именно таким образом и с таких позиций и подходит к организации будущей работы. Но на первом этапе контакт с обеими сторонами нужно наладить и вам. Есть, товарищ верховный главнокомандующий. Сила даже не оружие, сила авторитета с момента появления наших миротворцев на Горном Карабахе не прозвучало ни одного взрыва, ни одного выстрела. Люди перестали гибнуть. Люди под контроль основной магистрали, чтобы обеспечить безопасность и на линии соприкосновения. Началось возвращение. Вся работа, которая налажена на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты. За это время режим прекращения соблюдается, и я уверен в том, что будет так и дальше. На наш взгляд, положение, заявление выполняется успешно, и это все демонстрирует готовность азербайджанской и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на... Хорошо, что миротворцы приехали в Карабах. Спасибо им. Мы рады, что война окончена, и теперь мы сможем, наконец, вернуться на родину. Мы очень рассчитываем на российских миротворцев. Нам очень нужна их помощь. Хочется, чтобы был мир и порядок. Лачинский, Гадрутский, Агдамский – районы, которые переходят под юрисдикцию Азербайджана. Я слежу за всеми новостями, и мне не терпится вернуться в родной Агдам. Над руинами Агдама, города, который население покинуло еще после Первой Карабахской войны, спустя 27 лет звучит пятничная молитва. Бывшие жители буквально обнимают стены старой мечети. Вернемся и возрождаемся в наш город. Много людей хотят сюда приехать? Все хотят. У нас это обычай. А это христианский монастырь Дадиванг. Мы рассказывали о нем впервые. Этот храм упоминается в 9 веке. Он в Кельбаджарском районе, который перешел Азербайджан. Очень важно, чтобы все историческое и религиозное наследие армянское и азербайджанское было сохранено и доступно людям. Я разговаривал с Сергеем Гидаровичем. Он тоже исходит из того, что азербайджанские власти возьмут все под контроль, обеспечат доступ к этим религиозным объектам представители как армянской стороны, так, разумеется, и азербайджанской. Религиозная вражда убивает, как эти неразорвавшиеся снаряды и мины, которых осталось много. Оперативные группы разминирования уже приступили к обследованию опасных участков. У меня в угол дома угодил снаряд. Хорошо, что не взорвался. Его увезли потом. Армяне тем временем покидают эти края. Недалеко отсюда проходит граница Агдамского района. И сейчас, как мы видим, здесь буквально ни души, ни одной машины на трассе. Брошенные гранатовые рощи. Видно, что люди в спешке собирали созревшие плоды. Их жители приезжают в столицу Нагорного Карабаха в надежде найти здесь кров. Почти все с детьми, целыми семьями. Три месяца было, когда взяли, отнесли. Сейчас уже вот пятый, да? Все уцелевшие отели Степанакерта буквально забиты беженцами, которые пока не могут вернуться домой. Единственное, что здесь понимает каждый, война закончилась. Спасибо Владимиру Владимировичу. Приехали через Лачин, там все миротворцы, там все стоят. Все под контролем. Спасибо им тоже, русским, нашим братьям. Нагорный Карабах.